Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Алена. Забежала сегодня снова в магазин Fix Price. И тут есть новиночки. Вот такой вот гель после солнца с пантенолом. Эффективный уход за поврежденной кожей с алоэ вера. Это Флорисан Москва. Объем здесь 500 миллилитров. Ценника пока не вижу. Посмотрим с вами следующие новинки. Вот такой вот гель после солнца. Тоже с пантенолом и с алоэ вера. Флорисан. Получается здесь 250 миллилитров. 83 рубля. Вот этот, скорее всего, стоит 124. Я вам подпишу обязательно. Вот такой вот тоже состав. Производство Москва. Вот такой крем мы с вами видели. Увлажняющий пантенол для лица и тела с SPF 5. Увлажнение кожи, ровный загар, регенерация. Здесь уже Wilson Group. Но тоже это все Москва. 79 рублей 100 миллилитров. Крем барьер от загара с SPF 30. Водостойкий с маслом миндаля и жожоба. Флорисан. 100 миллилитров. 99 рублей. Еще здесь я видела одну новиночку, вот такую вот. Молочко для рук и тела, 200 миллилитров, 83 рубля. С экстрактом березы и имбиря, с маслом шиповника и зародышами пшеницы. Ну, состав здесь будет очень сложно прочитать, но вот все-таки давайте вот так мы сделаем. И кому интересно, сможете разобрать состав. Также здесь две последние баночки скраб для тела 250 миллилитров, оба с папаи, очищение и увлажнение. Как я так пропустила прошлый обзор, не увидела. 250 миллилитров. Двойной ценник 127-149. Так вот мы их поставим. Зубные щетки от Биомед средней жесткости, 2024 щетинки, щетина большая, 99 рублей, только в синем цвете. Еще есть одна новинка в зубных щетках, вот такие тоже средней жесткости, 3 штуки, нескользящая накладка, эргономичная ручка. Здесь разные цвета в комплекте. Еще увидела новую зубную пасту. 100 миллилитров, 79 рублей, бережное отбеливание, результат за 14 дней с экстрактом черники и брусники. Двухслойная. Очень сложно прочитать состав, потому что все здесь на серебряном вот этом вот фоне выглядит, конечно, ужасно. Но фтор в составе я все-таки разглядела. Также новая зубная паста от Himalaya, белое сияние. Зубная паста на основе трав. Секреты аюрведы. Эксперт по деснам, здоровые десна. Более белые зубы за 2 недели без химических отбеливателей. 100% вегетарианская паста. 99 рублей она стоит. Мисвак, миндаль, папайя и ананас. Из серии Loft органайзеры навесные 11 на 11,5 на 14 сантиметров. 79 рублей не стоит. Присоски в комплекте. Качество пластика, как всегда, на высоте. И подходит для пищевых продуктов. 3 расцветки. Панамы симпатичные новые, хлопковые. 249 рублей. Много-много всевозможных расцветок. Сейчас мы с вами посмотрим. Да, это хлопок. 30 градусов можно их стирать. На обхват головы 58 сантиметров. Розы на белом. Вот такой вариант. Ой, какие кошки классные. А вот они. Вообще вариантов много. Также ананасы, бананы. Бананасы. Я вам покажу все расцветочки. Ну и вот эти последние.
шляпы вот такие тоже приехали, новенькие. Бумага, наверное. Разные расцветки. Удобно держать в руке. Все правильно, бумага и полиэстер в составе. Можно затянуть немножечко, поменьше размер сделать. А за 349 рублей в продаже есть вот такая соломенная шляпка. Но качество так себе на самом деле. Разные цвета вот этих ленточек. Я бы, наверное, все-таки ее поменяла, если бы купила. Как-то она неважно смотрится. Разные-разные расцветки. Новые банки. Не знаю, это они такие мутные или что? Или такие грязные? Непонятно. 199 рублей с бугельным замком, с силиконовой прокладкой. 1,5 литра. Есть на 1 литр 124 рубля. Не знаю, мне качество стекла совсем не нравится. Даже вот сравните вот с этой баночкой. Небо и земля. Здесь же недавно вам показывала небольшой салатник за 49,50. Такой же стеклянный. Тут уже 500 миллилитров, он побольше. Стоит 83 рубля. И вот они. 320 миллилитров. Прям такой комплект можно собрать салатничков. Смотрите, терочки 29,50. Небольшие. А есть старый вариант 26,30. Вот такие вот с пластиковой вставочкой сверху. Выбирайте. Губочки новые. Арома. Вообще, по-моему, такие уже были. Во всяком случае, с клубничкой я не помню. Такие яркие, цветные, красивые. 5 штучек, 59 рублей. Цитрусовые, по-моему, были. Вот это я точно помню. Ковшики в новых расцветках. Вот эти вот из классного такого пластика, к которому так и хочется прикасаться. 1,3 литра, 59 рублей. В этот раз такой яркий ягодный цвет. Розовый, оранжевый. И цвет морской волны. Снова в продаже вот такие макаронсы с манго и маракуйя. Раньше были другие вкусы. Это акульчев. 79 рублей 60 грамм. Но, если честно, я брала вот именно от акульчев. Мне не очень понравились почему-то. Какие-то они мне показались суховатые. За 59 рублей вот такие конфетки глазированные с молочным вкусом. Здесь 180 грамм. С растительными маслами. Так, проходим дальше. Вот такие еще есть кокосовые со сливками. 59 рублей. Смотрите, какие с начинкой. Здесь масса 200 грамм. Но нам тоже нет смысла смотреть состав, да? Просто если понравились, берите и кушайте, и все. Ну да. Заменитель масла какао. Так что, если нравится, берите, кушайте. Не читайте составы. Шипелка со вкусом груши, тутти-фрутти, колы. 39,50, 180 грамм. Ну, вот такой сегодня небольшой обзорчик. Надеюсь, что он был для вас полезным и интересным. Не забывайте о лайках, берегите себя и своих близких. И до новых встреч. Пока-пока.